И снова здравствуйте, всем привет. Итак, захотел попробовать анимацию, значит, поездки вот этого персонажа на вот этих роликах, да? Ролики все платные. Ну, давайте попробуем что-нибудь слепить, чтобы потом посмотреть, значит, анимацию, да? Так, значит, что будем делать? Отключим пока свет, значит, камеру, N-панель, скринкаскей, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Теперь открываем. Значит, это image план. Найдем, что у нас тут находится. Я тут скриншотики поделал, более-менее, да? Так, вот он скриншот. Просто скопирую, не буду там с головы выдумывать, как там все должно быть устроено. Просто вот взял картинку с интернета. Так, что у нас тут? Вот такая штука, да? Ну, давайте подставим где-то вот сюда. Так, семерка на нампаде, тройка на нампаде. Так, семерка на нампаде. Вот я ее сейчас переведу на тройку на нампаде, потому что персонаж стоит на троечку, да? Так, и погнали. Вот эту всю штуку мы сейчас просто смоделим, вот эту вот часть. Как это все делаем? Заходим, достаем Shift A, арматура, так, mesh, значит, куб. Добавили куб, заходим в Object Bedit Mode, M, английская, Alt, Center. Находим, где находится наш вот этот G, вот этот желтенький, значит, точки, вершина. Теперь, вот единственное, что, да, тут чуть-чуть... Ну, вот так будем делать. Вот, я ее подставлю, чтобы вам видно было. И английская E. Погнали, значит. Раз. Так, вот это G. Чтобы кругленькое было. А, это уже колесо, пардоньте. Тогда G кверху подносим. Так, тут теперь G кверху подносим. И погнали, значит, E. Где поворот, там больше добавляем точек. Прям сильно точно можно не делать. Ну, главное, чтобы приблизительно была форма, да. Так, выбираем последнюю, крайнюю нашу, не последнюю, крайнюю точку, значит, Е. Здесь, где пролет, чуть побольше, добавляем побольше точек. Где вот идут у нас вот эти вот все повороты, там желательно точек побольше, вот особенно на где она перекручивается, да, вот эта штука. Где-то можно побольше, ну, желательно точки потом еще, если вдруг вам понадобится сетку сделать, то тогда ставьте напротив вот этих точек, которые вы уже, вершин, которые вы уже сделали. Ну, приблизительно хотя бы там можно будет потом их перетянуть. Где-то ножом дорезать. Не без этого. Вот здесь вот можно цельные прогонять. Где у вас более мягкий переход, добавьте больше вершин. Так, здесь вот у нас искривление идет. Тоже можно побольше вершин добавить. Так, мягкости. Так, смотрим, что у нас тут получается. Так, это значит G. E. Доводим, значит, одну вершину к другой. И через Shift убираем вторую вершину. Делаем M, Alt, Center. И все это дело сращиваем.
Так, ну у нас есть еще вот эти вот как бы пустоты, да? Ну давайте эти пустоты еще сделаем. Это значит Shift-D. Вершинку выбираем. Можно их вычитанием потом делать, там сетку поменять. Ну давайте просто по примитиву вот так вот все это делаем. Не гарантирую, что тут сетка будет хорошая. Потом можно ее переработать ремешером. И будет, в принципе, нормально. Опять же, доводим, делаем M, Alt, Center. Следом нужно вот эту штучку сделать. Shift-D, опять же, подводим, делаем E. M Alt Center, ну еще одну такую же штуку. Shift D. Так, M, Alt, Center. Так, ну, в принципе, что? Вот эта штука у нас сделана. Так, теперь, если мы сейчас, смотрите, отключим... Так, где она тут у нас? Отключим вот эту нашу картинку. Выберем, вот такая получилась у нас деталь. Зайдем в Edit Mode. И английская... А, F, видите, все закрывается. Это нам не подходит. Теперь мы выбираем А, нож. Так. Порезать мы это дело пока не сможем. Значит, что? А ну-ка, попробуем. Так, а ну-ка, SK. Как бы нам это все дело обыграть? Нам нужно объединить вот эти вершины. Угу. Получается. В принципе, нож должен это все дело резать. Но так как нету задней вот этого меша, он это сделать не может. Попробуем добавить ребра, да? Тоже не добавляет. Это придется делать что, вычитанием, что ли? Не хотелось бы это дело все делать вычитанием. А ну-ка. Ну ладно, попробуем. Значит, что у нас будет? Эту штуку вытянем. Shift-Alt. Так, Shift-Alt. Выделим. И Shift-Alt. Щелчок. Выделим еще одну штуку. Так, теперь выбираем вот эту вот штукенцию F. Английская. Зажимаем. Так. Ну, можно, в принципе, не. Надо будет вычитать. Так, ну и вот эти тоже делаем F. Так, теперь, значит, выделяем всю вот эту штукенцию, делаем модификатор, добавляем Solidify. Выбираем ту толщину, которая нам нужна. В принципе, все зашибись. Все это дело применяем. Уже в Object Mode. Apply. Так.
Apply. И вот желательно теперь бы вот это все дело, значит, вычесть. Чтобы это дело вычесть, нужно зайти в Edit Mode и вот эти вот верхние выбираем части. И так, через рентген. И делаем P Selection, допустим, да? Так. Сохранился. Я первый раз тут все это дело делаю. Уже, значит, ZBrush я бы это уже дело, значит, бы закончил. Так, это я, значит, Save As. Сохраню, значит, ролики. Повторяю. Итак, значит, вот это дело опускаем. Угу. Заходим в Edit Mode, рентген, выбираем серединку вот эту нашу, всю, и опускаем ниже. Так, снимаем выделение, теперь Object Mode, что он нам показывает? А показывает он у нас, что вот это все дело, значит, одно одинаковой толщины. Заходим теперь в Edit Mode. Так, единица на паде. Выбираем рентген, выбираем одну сторону. Мы эту потоньше сделаем. Так, теперь выбираем вот эту штуку. Edit Mode. Выбираем ее тоже и делаем ее вообще побольше. Так, теперь выбираем эту штуку, ставим, значит, на вот это дело. Так, что у нас получится-то? Так, вот на эту штуку ставим, значит, а ну-ка, bevel, сглаживаем, да? Так. Здесь тут вроде, а ну-ка, на эту штуку. Мов. Ротация скайл. Мов, по-моему, правка, да? Ну, допустим. Ладно. Так, теперь выбираем то, что хотим, ну, то, что будет вычитать, решив другую штуку. Находим в N-панель, значит, вот эту вот bool tool. Находим дифференс. И вот у нас прошла, значит, прошло, значит, вычитание. Как все заумно. В этом, значит, ZBrush все это дело, конечно, делается проще. Добавил и вычитай сразу протяжкой смазки. Так, ладно, что нам теперь нужно сделать? Так, вот bool tool. А ну-ка, если я сейчас выберу вот эту штуку, я применяю apply и выберу вот эту штуку, применяю apply, да? Тогда что у нас получается? Если я вот эту штуку уберу, куб delete, то у меня прошло вычитание. Если я сейчас на эту штуку добавлю bevel, что-то эта штука не сглаживается, да? Ладно, попробуем, значит, по прошлому ролику. Вот не хотелось бы сетку добавлять, но в принципе что? Если мы зайдем в Edit Mode, получилась у нас вот такая вот штукенция. И, значит, если сейчас мы же уже можем, наверное, сделать... Не можем. Не можем мы это делать, значит. А если сетку, значит... Ага, К. Просто мы порежем вот так как-нибудь, да? То у нас идет одна сторона с одной стороны, это с другой. Угу. А нужно ли это делать, да? Вот вопрос тоже.
Ну, допустим, вот какие-то можно, допустим, там порезы добавить. Но они, в принципе, не нужны. Английская А. Делаем Ctrl-B. Вот так все это дело сгладим, да и все, и пойдет. Побольше вершин стало. Это сколько тут? 6000 полигонов у одной. Многовато. Ну, потом можно ее, значит, переделать. Так. Что у нас имеется дальше? А ну-ка, смотрим. Ну, с вычитанием разобрались. Так, тройка на нампаде. Теперь, значит, Shift A. Добавляем Mesh. Добавляем. Где она тут находится? Торус, вот он. Единица на нампаде, делаем R. Делаем S. Делаем перенос. А ну-ка, тройка на нампаде. Делаем S. Торус побольше. G. Вот такая штука, да? И сделаем сейчас колесико вот это вот. А ну-ка, так. Мы его спереди пока поставим, чтобы его увидеть. Так, так, так. Заходим, значит, в Edit Mode. И что имеем? У нас кайма. Ну, в принципе, тут все нормально. Если добавлять, то нужно к этому торусу добавить просто внутреннюю часть. Внутренняя часть у нас какая будет? Тройка на нампаде. Ладно, таким же образом давайте сделаем с вычитанием, да? Это пусть торус остается, но мы теперь вот эту пока запчасть H скроем, Shift A, добавим опять же Mesh, добавим давайте куб, зайдем в Edit Mode, нажмем M, Alt Center, найдем где эта точечка у нас вершина. Выведем ее вперед, тройка на нампаде, чтобы ее видеть. И попробуем тоже это дело все обыграть. Значит, G. Мы делаем какую штуку? Да нам понадобится просто, значит, G. Да сделаем ее всю, да? Долговастенько, конечно, может будет, но без разницы. И сейчас все это дело вычтем и посмотрим, что у нас этакое получится. Соединяем, значит, всю эту штуку. M Alt Center. В принципе, теперь зачем заморачиваться, да? Когда можно сделать A, Shift D, подвести сюда, сделать R. Ну, приблизительно, да? Они же должны подходить. Еще R. Докручиваем. Ну, G подставляем. Теперь Shift D. Делаем R. Делаем G. R. А вот здесь вот где-то придется, допустим,
Поправить. Ну, где-то так, а ну-ка, А, G чуть-чуть и R чуть-чуть. А, пардоньте. Зачем же я так делаю, да? Так, на рентген перейдем, выберем всю вот эту нашу штукатурку или Shift A. Выбираем через левую кнопку мыши. Так, теперь Shift D, R перекручиваем. G подставляем, а ну-ка, еще раз докручиваем. Shift D, делаем R, G. И Shift D. R, G. О, что-то тут, а не, нормально. Так, теперь выбираем вершинку и какую делаем Shift D. И нам понадобится вот эти еще, вот эта штукенция. Значит, E. Ну, здесь бы побольше, наверное, полигончиков. Ну, в смысле, полигонов этих вершин, чтобы это все было более красиво. Так, теперь M Alt Center. G подравниваем, если надо, так. Ну, а теперь что? Shift Alt. Выбираем всю вот эту штукенцию и делаем Shift D. R. Перекручиваем G. Shift D. Shift D. Так, Shift D. Вот сюда теперь одну. Так, ну и последняя Shift D. Так, это у нас есть. Это получается на что? Так, вот эти мне не нравятся. Вот на одной была такая штука. Ну, пусть будет ровненько. Так, как-то так. Это будет у нас А. F. То, что мы будем вычитать. Так, теперь, значит, добавим Solidify. Опа! Как это так? Так, Ctrl-Z. По-другому, значит, Е и вытянем вперед. Вот такая получилась штука. Теперь А и F. Ну вот, теперь верю.
Так, есть такое дело. Но нам теперь понадобится внутренняя часть, да? Внутренняя часть у нас, значит, получается диск. Колесо. Это значит Object Mode. Тройка на numBody. Добавляем Shift A. Угу. Добавляем. Что еще можно добавить? Mesh и добавляем циркл. Заходим в Edit Mode. Единица на numPad. Делаем R. Делаем S. Подгоняем, где у нас это все дело должно находиться. А находиться она должна где-то тут. Находим этот центр. Делаем еще S. Подводим, значит, кверху. Так, 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 так. И делаем такую штуку, да? Вперед выведу так. Угу, так, делаем. Е. Ctrl-Z, делаем И. Так, А. Е. И. Блин, да что такое? А ну-ка, С. Побольше возьму, а ну-ка, диаметр. Е. S. Во, без И. Так, это где-то будет. Так, надеюсь, она нормально вычтет, да? Так, ну давайте эти побольше, а там никак побольше. В принципе, можно побольше, а те уменьшить, да. Теперь, значит, делаем E, S, середину, Е, С, еще, значит, так, Е, С, центр, F. Ну, можно еще подобавлять каких-нибудь ребер вот этой лупка там, да? Так, теперь что у нас получается? Английская А. Единица на нампаде. Е. Вот тут пускай наш потоньше диск должен быть. В принципе, он не должен. Он должен с катком быть. Ну, во внутреннем части, да? Ну, пускай будет так. Теперь что делаем? Значит, вот это переключаемся на полигоны. Shift-Alt. Выбираем вот эти все верхние полигоны. Угу. Так, если мы сделаем теперь S, а не S. Так, а ну-ка транспозом получится. Растягиваем транспозом, о, нормальненько, да? Если что, потом по колесу подгоним. Так, и теперь середину, вот эту вот. Так, середину вот эту мы сейчас тоже выберем так.
Так, а ну-ка. Картинку долой. И тут то же самое. Все выбрано. Shift-Alt. Тройка на нампаде, единица на нампаде. И тоже транспозом все это дело растянем. В принципе, что, прикольно получилось, да? Так, что у нас там с толщиной внутренней? Добавим еще вот сюда, значит, ребрышко. Так, выберем полигоны. Ага, подождите, тогда еще одно ребро добавим вот сюда. Ну да. А вот теперь выбираем. Так. И чуть-чуть сдавим это все дело. Во. Вот так мне нравится больше. Так, теперь единица на паде. Где у нас тут эта вся шняга? Object Mode, вот эту штуку заведем в нашу вот эту штукенцию. Так, смотрим, что она там вообще будет вычитать. Зайдем в Edit Mode. Тройка на нампаде, сделаем ей S. Вот так. И растянем ее побольше, чтобы она везде зацепила. Так, теперь, значит, опять же N панель. Bool Tool. Вот эта штука будет вычитаться из той. Значит, а ну-ка поставим сюда bevel. Так. Выбираем, делаем difference. Apply и файл apply. Так, тогда этот куб delete. Тройка на нампаде. Ну что, в принципе, получился нормальный диск. А ну-ка. Это Origin 3D геометрии, чтобы лучше его крутить. Единица на нампаде. О, что еще? А ну-ка, получится такую штуку сделать? Давайте проверим. Edit Mode. Выберем Loop Cut. Выберем вот здесь вот ребрышко. И здесь ребрышко. Так. Давайте еще по одному поставим. По два. Чтобы лучше тянулось. Теперь заходим. Выбираем полигоны и выбираем Shift-Alt по кругу, да? Так, поближе вам поставлю. Значит, теперь делаем S. И все это дело, а ну-ка. Ну, чтоб стенка там тоже тонкая не была. Ну, чуть-чуть тогда. Уменьшаем. Блин, кайф. Ха. Все, теперь это дело вгоняем в наш ролик.
Главное, чтобы он ровно стал, и потом нам не пришлось его здесь выравнивать по вот этому диску. Как это все потом замерить? Только на пиво, да? Ну, в принципе, что, я же его не двигал как. Все должно, в принципе, совпасть. Вот если по канту она идет. В принципе, наверное, нормально. А ну-ка. Так. О, вот так будет еще лучше, наверное. Поднадуть. Так, ну ладно, запчасти есть, мы это все выровняем, да? Теперь, что у нас тут скрыто? Вот эта штукенция. Так, эту штуку тоже выбираем. Значит, отдельно сюда. Семерка на нампаде, подгоняем ее. Тройка на нампаде, делаем картинку, возвращаем. Переключаемся на другой вид. Shift D. Делаем дубликат. Значит, сюда перекатываем. И Shift D. Дубликат перекатываем сюда. Так, теперь там она двойная. Нам понадобится вот эту штуку. Семерка на нападе сделать Shift D. И перевести ее на другую сторону. Так, а вот здесь уже у нас получается или добавлять площадки, чтобы они потом не разлетались. Так, ну здесь я уже отключу, значит, наш вот эту скриншот. Вот эту штуку можно Ctrl-J объединить. Заходим теперь в Edit Mode. И что мы имеем? Если мы включим вершины, А ну-ка, если я вот это ребро одно удалю, delete edge, пустота, да? И вот этот тоже даже ребро удалю, delete edge, тоже пустота. Теперь переключимся на вершинки. Хорошо бы здесь мосты навести, но я уже не помню как. Так, и вот так мы сделаем по примитиву. Примитивно будем работать. Вот это все выберем вершины. Семерка на нампаде, сделаем Е и вытянем ее до середины. Так, теперь. Можно просто теперь объединить вот эту вершину с этой вершиной. М, Alt, Center. Эту вершину вот с этой вершиной. M, Alt, Center. Так, и вот эту вершину. Ага, не туда. Ctrl-Z. Не с той соединила. Ну-ка, ближе подведем. Так, Ctrl-Z. Так, семерка на нампаде. О, какая штука, а. Уведем ее назад, чтобы видеть. Тогда вот эту вершину с этой
M-Out Center. Ведем ее тоже назад. И вот эту вершину, вот с этой вершиной. M-Out Center. Подводим тоже к нашей штукенце вот этой. Ну и с этой стороны тоже так же делаем площадку. M-Out Center. Ну и последняя вершинка. Вот такая получилась штука. Значит, это уже под ботинок. Тут тоже такую же сделаем. Ребра выбираем. Да, как еще работать? Смотрите. Можно через Shift их все выбрать. Вот эти вершины, ребра, полигоны. И если вы нажимаете на ребро, то будет работать ребро. Ну, так удобнее, если кому-то, да? Так, Edge. И тут такая же штука. Delete Edge. Так, погнали. Выбираем теперь вершинки. Так, где тут? Чтобы ни те не выбрать, а то буду сейчас тянуть ненужные. Так, семерка на нампаде Е, английская. Щелчок левой кнопкой мыши. Подводим сюда. Вершина, вершина, M-Out Center. M-Out Center. M-Out Center. Их выбираем все три и заводим туда, куда нам надо. Во. Так, вот такая штука у нас тут получилась. Вот, еще нужно подправить, а внимательно за этим тоже следите. Так, что тут у меня получилось? Здесь вроде бы нормально все, да? Ну, вот эту можно чуть вглубь. Так, все мы это объединили. Так, если теперь мы будем все это дело разъединять, а ну-ка, L английская, это будет теперь один mesh. Так, что еще хотелось бы сделать, да? Так, ну это уже нужно работать с деталью внутренней. Так, вот эту штуку теперь смотрите. Объект зайдем. Так, можно было цельную сделать, но не будем изъеживаться. Добавим mesh, добавим. Так, это у нас будет уже цилиндр. Делаем S. S. R. Сразу растянем его. Так, ну вроде бы ровно он, да? Так, а ну-ка с зажатым шифтом, по-моему, да? Ну да, о.
Ctrl-Z. Так, рука дергается, а ну-ка. Все выровнялось. Так, теперь подгоняем в нашу вот эту запчасть. Тройка на нампаде. Ставим ее сюда. Семерка на нампаде. Делаем ее меньше. Так, заходим теперь в Edit Mode. И что хочется сделать, да? Смотрите. Выбираем какую-нибудь штукенцию. Какую выбрать? Давайте ребра, да? А ну-ка. Shift. Так, Shift Alt. Семерка на нампаде. Так, вот так ее поставим. Английское И поделим. Выводим ее чуть вперед. Ну, в принципе, вот этого должно хватить. Да, ну-ка еще, чтобы красиво было. Так, Ctrl-Z. Делаем И. Еще одну делаем штукенцию. И вытягиваем ее. Можно вглубь. О, вот так будет, наверное, красивее. Ну, еще ребро добавим, чтобы потом это все не разлеталось, да? Ну, пойдет. Вот такая штука. Ну, и здесь также сделаем. Так, а здесь что у нас? Так, Shift Alt. Делаем И. Вытягиваем вперед. Делаем, значит, еще раз И. Вытягиваем вглубь. И делаем еще раз И. Добавляем ребро. Так. Английская А. И попробуем, если все это не исчезнет, чуть-чуть уменьшить. А ну-ка. Ну, чтобы толщина поменьше была, да? О, нормально. Тройка на нампаде. Английская А. Подгоняем. Чтобы это точно все сидело. По-моему, это колеса нужно будет приподнимать. А ну-ка, Shift. А. Так, Shift D. Где-то тут должна быть, наверное. И Shift D. На одной полосе они должны быть. Это по любасу. Так. Object Mode. Выбираем, значит, все наши колеса. Так, M-панель нам пока не пригодится. И попробуем все это дело поднять повыше. Так, надеюсь, площадки не будут касаться. Так, ну если что, площадки можно приподнять, да, давайте приподнимем. Картинка, конечно, хорошая. Или лучше колеса, давайте так, так, тройка на нампаде, так, Ctrl-Z. Так, если будем уменьшать, потом переводить. Ну давайте сразу вместе их S уменьшим, хотя на картинке там не,
большие и попробуем вот так вот раз перетащить. Тогда они у нас получаются шире, если по болтам, да? Так, если выбрать болты, в принципе, по боку эти болты, говорю, где они будут, ну не так, чтобы прям по боку, да? Так, а ну-ка, рентген, вот эту, значит, штуку сюда. Так. Так, эту штуку тогда повыше. И эту штуку тогда... А тут этой штуки места нету, куда ее двигать. Так что гайка пусть стоит тут. Не может же одно колесо быть ниже другого, правильно? Ну все, вот такая штука. Теперь, значит, что нужно сделать? Добавить к ней ботинок, добавить каких-то ремней. Но это я уже показывать не буду. Тем более с обувью я очень долго вожусь. Так, а ну-ка вот проверим. Вот видите, на одной полосе колеса. Это хорошо. Вот такой, значит, результат. Вот такое моделирование. 30 тысяч полигонов. Кстати, многовато. Что можем сделать? А ну-ка, давайте проверку. Заходим в Edit Mode. Английская А. Найдем Mesh. Найдем Clear Up. Limit Dissolve. Это у нас... Сейчас посмотрим, сколько... Стало 11 тысяч полигонов. Вот так все это дело, значит, убрались лишние ребра. Ну, вид сетки, конечно, да. Ну, для такой штуки подойдет. Вот для анимации, там, если в Blender. Если в другую программу закидывать, то тут уже придется повышать и сетку переделывать. Так, теперь что еще у нас есть? У нас есть вот эти штуки. А ну-ка давайте посмотрим, сколько у них тут. В принципе, тут вообще мало. А ну-ка, Edit Mode. Вершины. А ну-ка, если английская А сделать и сделать. Mesh. Clear. Limit Dissolve. Смотрим, что у нас осталось. Да, в принципе, неплохо. Таких поломок нету сильных. А ну-ка, тут тоже тогда. Edit Mode. Английская А. Mesh. Limit Dissolve. Английская AN и то же самое Mesh. Где-то тут Limit Dissolve. Так, сейчас посмотрим, сколько всего у нас стало полигонаж. Вот 10 тысяч фейсов, да? Все равно многовато. Я не знаю, как это все дело до 1000 догнать. Навряд ли, ну, 1000, конечно, не будет. И получается, что у нас ботинок только. Сейчас если еще ботинок добавить, как раз будет где-то 20 тысяч полигонов. И на другую ногу 20 тысяч полигонов. Ну я к примеру, да, так плюс-минус. Получается уже 40 тысяч полигонов. И пускай персонаж, значит, где-то 15 тысяч полигонов, да. То получается 55. Нормально еще для анимации пойдет вот это все дело. Так, ну вот такая штука. Вот это вся, значит, весь ролик, вот этот ролики, да, будут потом в группе для скачивания. Все, всем пока, до свидания.